26 февраля во Дворце спорта «Видное» состоялось отчетное собрание по подведению итогов социально-экономического развития Ленинского района за 2015 год. С докладом выступил глава района Олег Хромов. Он остановился не только на достижениях прошлого года, но и акцентировал внимание на имеющиеся в муниципалитете проблемах и путях их решения. В рамках мероприятия также была организована отраслевая выставка достижений в социально-экономическом развитии Ленинского района за отчетный период. Тринадцатого марта в 12:00 в усадьбе Горки Ленинский состоится празднование Масленицы. В этот день на территории усадьбы пройдет масштабное гуляние, где за один день можно пройти всю масленичную неделю. Гости праздника познакомятся с 7 гонцами, которые будут сопровождать весь праздник. На всей территории горок будут проходить интерактивные площадки, детские развлекательные программы, выставочные площадки, ярмарки, фотозоны и многое другое. В Молоковской средней школе для учеников 4 классов прошло мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения поэта Мусы Джалиля, советского поэта, героя Советского Союза. В программе были использованы биографические хроники, документы, фотографии. Школьники познакомились с нелегким жизненным путем Мусы Джалиля, узнали о его военной биографии, нахождении в плену, где он не прекращал бороться с фашистами. Четвертого марта во Дворце спорта «Видное» состоится праздничный концерт «А женщины всегда прекрасны», посвященный Международному женскому дню. Также будут работать интерактивные площадки. Начало в 14:00. Вход свободный.